Всем привет! Меня зовут Елена Коваленко, я эксперт в области продвижения бизнеса MLM. Сегодня я хочу задать вам вопрос, писали ли вы когда-нибудь продающие посты? Что же такое продающий пост, спросите вы? Это тот пост, в котором вы предлагаете свой товар или услугу, или зовете ваш бизнес. Так вот, этот пост нужно очень грамотно составить. Во-первых, если вы не знаете свою целевую аудиторию, вы можете даже не пытаться написать продающий пост. Объясню сейчас почему. Да просто потому, что самое первое, что должно быть в вашем продающем посте, это заголовок. А заголовок – это вопрос, который обнажает боль вашей целевой аудитории, вашего потенциального партнера. Вот это самое главное. Именно задать вопрос, который поможет выявить боль вашей целевой аудитории. В заголовке должны быть конкретные цифры. Например, ты хочешь выйти на доход $1000 через 3 месяца. Следующее, что вам нужно сделать, это показать решение этой конкретной проблемы. Что вы можете дать в вашем выгодном предложении? Например, что если человек придет к вам в команду, то вы дадите ему пошаговую школу, дадите ему одного куратора, а может быть даже и двух. То есть у него будет несколько людей, которые будут грамотно его информировать. Впустите его в чат, в котором помощь будет круглосуточная. И еще много-много каких-то моментов, которые именно вы можете дать. Даже если вы еще новичок, но вы пришли в команду, в которой вам все это дают и разрешают этим пользоваться, то, пожалуйста, предоставляйте это в вашем выгодном предложении. Следующее, что нужно сделать, это показать дефицит вашего предложения. То есть дать какие-то конкретные сроки и дать какие-то выгоды, которые человек может получить в эти конкретные сроки. Например, только в эти 3 дня, если вы подключитесь к моей команде, то у вас будет все то, что я вам предлагаю, и еще и сразу доступ к школе. Ну вот что-то типа такого вам нужно человеку и предложить. Обязательно проверяйте ваш текст на грамматические, орфографические ошибки, потому что человек, который приходит на вашу экспертность, не хочет видеть каких-то ошибок. Разделяйте ваш текст обязательно на абзацы. И очень важный момент. Нужно приложить качественное фото. Если это продукт, то нужно качественное профессиональное фото продукта. Если вы продаете бизнес, продаете себя, можно так сказать, то, конечно же, это ваше качественное фото, показывающее вас как эксперта, как бизнесмена. Человек должен видеть вас. Ни в коем случае не скачивайте картинки из интернета, вот эти вот все заезженные моменты. И не ставьте. Очень хорошо, если это будет также продающее видео, которое вы можете приложить к вашему посту. Ну что же, я надеюсь, это видео было вам полезным, потому что продающий пост – это один из очень важных инструментов для привлечения новых партнеров и клиентов в ваш бизнес. С вами была Елена Коваленко. Обязательно ставьте пальчик вверх. Обязательно пишите комментарии. В ваших комментариях вы, кстати, можете указывать, на какую тему вы хотели бы увидеть следующее мое видео. Ну и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!